тебе брать эти снаряды М100, М107? Шайтанчик. На бары, конечно. Мне тут дали пару штук, я взял с собой. Притащишь что на точку, потому что у меня в броник ничего не складывается, а сумка полная магазинами. Поле. Дом, который под бары ты смотрел, он одноэтажный? Коричневый такой, с большим окном. Без стекол. Домик, маленький домик, да-да-да. Мне понял. Кажется, он не про этот говорил, а который вот правее, не? Нет, это который домик, который на восток чисто смотрит. А который для шайтана двухэтажный такой, рядом с ним. Двухэтажный. Видишь? Салтисос. Да-да-да, понял. Вот, зайди посмотри, осмотрись. По-моему, нормально будет. Куда тебя скинулись из какого? Идем в дом. Медик в северном триггере. Поля, а чё, я этих финнов, германцев не понимаю, типа? Да-да, ДВшки не работают. Ой, КВшки не работают, ДВшки могут поработать. Ну, может, вылечит. Вылечить он его должен. Вроде понимаю его. Так, я залечен. Сейчас прибегу. О, тут батя. Батыр. Че? Батыр, возьмешь их мытьящиками? С патрон. Их, по-моему, все разобрали уже. Патроны просто ком 2 возьми, ящик пойми. Колесико мыши вниз нажми, а то он у тебя над тобой летает. Ага, все. Ты куда его понес? Короче, Платон, тут вышка. Здоровая вышка коричневая. Мы под этой вышкой скинем его. А, да, кстати, у них станки же пустые, им надо еще перевооружиться. То есть они сейчас поедут на северный склад, там зарядятся и будут выкатывать. То что, скорее всего, выкатывать с севера будут. М2 куда-нибудь может пробить. Блять, я не понял. Нет, по-моему. Ну, по-моему, оптику можешь сломать ему. Но это надо попасть очень точно. Хардбатыр живые, но они что-то молчат. На моей синей. Тур пошел куда-то. Они ниже сидят. Вот тут за дорогой, где дерево тебе примерно. А, да, все понял. Просто я к тому, чтобы они тоже север смотрели, блять, и подходы к обуму. Потому что там прострел будет нормальный. Милый.
Блять, врага вижу. 140, 200 метров от нас. Где? 140. В полях. С пулеметом идет. А, вижу, 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 вижу. Двойка, отделение. Ну, работает ли? Шайтан что-то. Это ж, блядь, ебучая. Шайтанк. Патронов мало. Надо буду экономить. Так ты одним выстрелом двоих. Блин, 140, я вообще никого не вижу. Тебе надо посмотреть. Там среди поля есть группа кустов, которая идет линией к нашему городу. Спуск. Вот они в этой группе кустов. Корректируешь? Метку я точно послышу. Ниже, ниже и ближе, 50 метров. Так. Вот чуть выше, да. Вот в этих кустах они сидят. Просто прошей их слева направо, вот так, насквозь попробуй. Мне кажется, могли уже ближе даже подойти там. Если этот пулеметчик, он последний, скорее всего, идет. Можете метки подвигать на противника? Карт, можешь на себя метку подвигать? Да, поставьте на себя метку. Ребят, метки поставил, они уже близко подходят. Я просто копал, не мог поставить. Не пускайте их ко мне, мужики. Фу, блин, у тебя... Что получилось? Блять, из замка кидают. Средства безопасности. В мой дом стреляют. Ухожу. А, и теперь с севера снайпер по мне еще. С севера стреляется, аккуратно. Хард? Вообще, блядь, супер живой. Кап? Живой. Живой, живой. Кабум, а ты там в окошко смотришь у себя в доме, ты что не видишь? Я юг смотрю. Ой, кабум, блядь, фугри. Да, я в окошко выглядываю. Но у меня вот, допустим, юг, я не вижу. Кабум, а метка, ты уверен или это примерно? Да, они там точно. Там же дымы были. А, после что-то М2 они вообще не двигают. Юга снайпер стреляет откуда-то. И с севера тоже. А, с ангара стреляет шайтан. Сможешь снять его? Прямо в ангаре. А, вижу, да. Сейчас, секунду. С какого ангара? Шайтан в курсе. А, северный, северо-восточный. Не считай. Блять, ушел, только нацелился. Скажи, если вылезет еще раз, вдруг увидишь. Капумчик, тебе... Ой, капумчик, тебе в лес стрелял. Его спугнули. Ой, в лес стрелял наш тех. Ну я не видел пока. Шайтан справа от ангара, северо-восток. О, блин, в твоем лесу. Смотрю, пока не вижу. Я слева от дома более-менее в окошко пикаю, а справа ничего не вижу. На юг тут тем более. За брусверами лежит, Фулгрим.
Главное, не видно вообще. А, понял, Харт, смотри, метка, знаешь, какая вот здесь? Да-да, я понимаю. Прям вот ровно заброс. Да, я вот от него опять что-то могу по нему поработать. Он вроде свалил. На ней лежит. Бил ангар. Хорош. Там прям около нее чел либо в унке лежит, либо сдох. Я вернусь в свой дом, техника попробую. Техника точно не увижу, только забавьте. Ну, мне насоп. Бля, его бы залутать, сопочек посидеть. Там трубач еще был, там по-любому есть. Вон. Убил там одного. А, на 120 клошника убил. О, на 120 по мне хуй. Так, уберем живот. Да. А, Женя, кажется, еще одного. Ну, хорошо, хорошо. Я пока не вижу никого с угла. Две капли крови вижу. Но не вижу трупов, они, видимо, упали заклад. Оп, по мне? Ой, я не помню. Все. Ну, прошло 47 минут. Блять, танк стоит, блять, 20 азимут на горе. Все, будь. Оля, а мы здание с первого выстрела складывает? Да. Ремята, 5. Блять, у меня большая кровопотеря. Сколько, Платон? 140, думаю, кидаю. 140, понял. Марак, живешь? Бежусь, да, вроде выжил. У нас медики есть на стороне? Фулгрим минус. Ну что это, сдвиг? Надо, у него в упор, он сказал. Давайте сдвиг следующий КВ. Повер. Теперь ко мне могут с востока в упор подойти, по сути. На коротком. Не, ну прям в твой дом не зайдут, я дверь держу. Если ты в том же двухэтажном. Грима ходит. В лесу внутри или близко к дороге? Танк напугал. Чем, блядь, бард? Ну, у меня тут был один магазин бронебоек. Я ему всю башню расстрелял. Шайт, ладно, в окно смотрит, в Гриммовского дома. Синий свой, не-не-не, это фу, это, блядь, этот, Харт побежал кушать. А рядом с ним враг был, я по врагу выстрелил. Сейчас я к ним схожу на КВ. Поле, это я, не стреляй по мне, я убил обидчика фулгрим. Поле. Он пошел к тебе на КВшку. Связь. Слышно. Поле, передайте, что в Харт. Батя, Харт, он тут? Занял. Да, это я был. Это ты по мне стрелял, я убил его. Нет, я по противнику стрелял. Все, убили. Доми убили. Харт, слышал?
Стан, ты бегаешь? Да, да. Нет, там у тебя церковь нет никого. Марк, если ты на юг пойдешь дальше, там разрушен дом, на лестнице второго этажа с челик постоянно смотрит. Очень так, страшно. Харт, я тебя не прикрываю. Я смотрю на вас. Меня платят, смотрят. Шайтан. Да. Там не было оптики, Харт? Нет, нет, я бинокль тебе взял. Да есть. Мне нужна информация. На юге можешь почекать камни на предмет Птура? Да, сейчас посмотрю. А, просто... пуск с юга как раз. Так, блять, по мне, ухожу. Птур по тебе? РПГшка, либо СПГшка. РПГшка с разрушенного дома, со второго этажа хуяр. Сильно раненый. Тебе идти помогать, перевязывать тебя. Попробуй в окоп упасть. Возможно, упаду. Сейчас, Харт, перекачусь, прикрою тебя. Танк на севере, поле, танк на севере. Ну, я ничего не сделаю. Дымы дает. Зорг, Зорг. Где у танка оптика находится? Скажешь мне, поле? Господи Иисусе. Там, по-моему, блять. Смотри, на танк смотришь справа. Ну-ну-ну. Справа. Такая башенка маленькая, такая башенка с оптикой. Убила. Хорош. Понял? Да-да, понял. Вот, левая маленькая башенка, это командир. Правая, это стрелок. И вот вправо такая чуть-чуть выступает над ним. Вот в нее хуяришь, у него оптика падает. Карты, кстати, которого убил, у него труба есть. А мне пулемет зашивает. А мне стреляют с запада. Шайтан, прикрой, шайт, диги золотая, танк уехал. Давай попробуй. Я вижу. У меня кусты. Файтера. Шайтан, шайтан. У меня в поре кусты. У тебя в поре? В поре кусты шумят, говорит. Убил одного, в упоре у меня уже. Шайтан, ты на метке на свой точно? Ну, тут да, примерно. Так, по мне труп дает. Убил. Как у нас снайпер работает? Может, есть смысл переместиться тогда к этому, к... Да, тоже так. А чей пуск трубы? Кроне. Враг, да. Разрушенного дома. Нет, кабум, чтобы переместился кровь. Я ухожу. Уродец, правда? Нет, блять, все, забей. Я бегу к Роне. Давай. Рони. Давай, давай. Сейчас, Антон, ты меня слышишь? Да. Смотри, метку даю. Вот. Я убегаю пока, подожди. Я справа от тебя, кого соседи. Север, северо-восток, посматривайте, Роник. Свои, да, свои, свои. Да, смотрю. Свои, не пугайся. Говори. Юге, замок. Снайпер вражеский. Прямо сейчас ты видишь его? Артём. Да, живой, блядь, на меня смотрит бинокль и стреляет со снайперки. Всё. Стреляет по кабуму. Прямо в замке сидит? Нет, нет, перед замком в камнях. Пикает, как бы, блядь, ну, слева высаживается. Камни справа, как бы слева. Чё, можем выбегать из красного? Зачем вы не исчез? Пришел это? А, нет, еще. У нас, может, туда вунки уже лежит? А.
Не наблюдаю его. Видимо, тут у меня скалой закрыто. Перепаковываю магазины. На 120 где-то, блин, снайпер бьет. Танк выкатился. Где? Примерно актуальный. Кто сейчас поднимается к ангарчику? На север. Слушай, я вообще не знаю. Как... Ну, кто-то наш, походу. Идет из ПГшка выбивать вражескую. Шайтан, смотри, метки ставлю. Здесь уже враг. Причем он там уже минут 5 назад. Ну, я понимаю. Так что поделать. У тебя в поле, может быть. А, это ты был? Вроде бы сами твой. Подавляю. Убежал он. Пар живой? Там танк еще. Блять, с юга танк близко стоит. Танк вышел, танк вышел. Выбил? Ну, там экипажник выбежал. Он, танк стоит, короче, прямо на склоне сейчас там. Вот это вот здесь он стоит, или вот здесь. А по танку кинули, да? Да ёпта, не трясись ты. Экипаж из него один. Танк стреляет. Экипажника убил одного. По мне пуск. А, живой? Короче, по возможности, потом подтягиваемся к триггеру, к натовску. Который от нас на западе. Я к тебе ползу. Рон, живой? Да, живой. Хардкилл жив? Она с зарядами? Хардкилла убили, походу. Круассан? Ранен. У вас в уборе или далеко? Снайпер. А ты идти можешь у дома остаться? А кого убили, подожди? Хардкилла. Харда. Могу вонку упасть сейчас. Так, надо сдвиг следующий. Подожди, молчим, инфу не даем, ждем кросса. Как выживет, если этот сдвиг или уходит? Миномет. Больше роликов по серьезным играм я заливаю на Boosty. Ссылка будет в описании под видео.